Только из Москвы, на самом деле. А нас несколько человек, кто-то из Милана, кто-то из Лондона. Мне очень понравилась эта выставка, очень красивое платье, невероятно красивые аксессуары. Мне кажется, это что-то потрясающее. Я не буду ничего учить, я буду рассказывать про осознанное потребление, про то, как правильно, наверное, сейчас жить, как правильно не использовать пластик, как можно меньше использовать пластиковые пакеты, как нужно не покупать лишнее в плане одежды, как нужно разгружать свой гардероб и жить в каком-то осознанном стиле, потому что очень многие люди покупают бездумно новые коллекции, новые платья, новые сумки, и порой нам даже не нужно такое количество вещей, которые сейчас вообще на рынке существуют. Мне кажется, очень важно останавливаться перед покупкой, немножко подумать, прежде чем что-то купить, и потом уже совершать эту покупку. Поэтому я буду рассказывать про осознанное потребление, про этот тренд, который идет сейчас. Мне очень много понравилось, могу будет показать. Это вот там очень красиво, это мне нравится, пояс красивый, можно надеть на рубашку, опять-таки много раз использовать. Оно преображает, да, какую-то белую рубашку или черную, можно несколько раз по-разному миксовать. И это такой сейчас тренд даже многих стилистов в Москве, известных и модных. Они шопятся не просто, скупают все, они комбинируют, они покупают 5-6 вещей, очень качественных, очень хороших, очень, возможно, дорогих, может быть, и не очень, но эти вещи можно использовать много-много лет, их можно комбинировать, их можно сочетать, создавать несколько разных образов. Цолеру Ліні Цолеру.